Мне нравится есть столовая, потому что здесь очень вкусная еда и довольно дешево. Я позволяю себе купить ее. Да, в принципе, все устраивает. Питаюсь где-то через день, может, каждый день бывает. Да ничего бы не менял, в принципе. Все нормально. Просят они что? Мороженое, пирожное, пельмени. То, что они едят каждый день дома. Но у нас меню довольно-таки разнообразное. У нас вот омлет, пожалуйста, сегодня. Завтра у нас запеканка творожная с печеньем, со сгущенкой. Очень вкусная. Вот сейчас вот у нас 50 на 50 пригласили. Уровень не снизится, потому что, ну, во-первых, достаточно много контролирующих органов, которые контролируют с самого начала, с момента закупки продовольствия и непосредственно весь цикл готовки продуктов, чтобы потом подать к столу детям. Достаточно много контролеров, в том числе и я, как директор школы, который подписывает ежедневное меню и который сам пробует непосредственно то, что едят дети. С 1 сентября мы должны уже, исполняя указ президента, обеспечить всех детей с 1 по 4 класс бесплатным питанием. Я думаю, область выпустит нормативные документы, мы тогда поймем, в какой доле софинансирования мы должны участвовать.